Момент ДТП с пятью погибшими попал на видео. Водитель микроавтобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Под Самарой случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Момент ДТП в понедельник, 3 сентября, был опубликован на YouTube. На обнародованных кадрах видно, что водитель автомобиля Toyota Light потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу. В один из моментов он замечает, что навстречу едет грузовик Volvo. Шофер пытается вернуться в свой ряд, но сделать это не получается. В итоге авто сталкивается с фурой. Машину после столкновения отбросило в сторону, автомобиль разбился вдребезги и врезался во внедорожник Mitsubishi, из которого и велась съемка. Ранее было опубликовано видео аварии, которая случилась на столичном шоссе под Киевом. В результате ДТП заживо сгорели три человека. Также сообщалось, что в Бразилии женщина стала случайной участницей ДТП и чудом уцелела после встречи с летящим байком. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.